Привет, друзья, меня зовут Игорь Геллер, это строительная компания «Серьезное дело». Сегодня в очередной раз мы снимаем в Сочи, в Калиновом озере. Это лесной отель «Дача на прокат». Мы сейчас на той половине поселка, которая предназначена для постоянного проживания. Я сейчас хотел рассказать именно про поселок, про концепцию, про те нюансы, которые возникают и которые нужно знать при строительстве поселка. То есть это будет, наверное, интересно не всем, хотя я думаю, что тем, кто собирается строить поселок, это будет интересно, потому что если вы не знаете каких-то базовых вещей о строительстве поселков, то поселок получится таким, который не будут покупать. Тем, кто планирует покупку дома в готовом коттеджном поселке, тоже нужно это знать, потому что если вы не обратите на это внимание при покупке, то жить в этом поселке будет не так комфортно, как могло бы быть, как должно быть. Самое главное, самая базовая вещь – это, конечно, место и проект. Они должны подходить друг к другу, они должны гармонично сочетаться, скажем так, потому что не в любое место можно воткнуть любой проект. И при проектировании поселка важно понимать, что для кого мы здесь строим. Это если касается продаж поселка, ни то, ни для того построить, если вы не понимаете свою целевую аудиторию, у вас не будет продаж. Это уже для конкретных покупателей поселков. Если вы приезжаете и покупаете себе дом, не понимая, кто будут ваши соседи, вы можете столкнуться с тем, что вам будет некомфортно просто, потому что вы заехали в поселок, в котором люди купили дома, чтобы приезжать бухать на выходные, да, что-нибудь такое. Или вы хотите себе дом для того, чтобы приезжать бухать на выходные, а вокруг у всех дети, и нельзя слушать музыку, нельзя с друзьями матюкаться на весь лес, к примеру, да, то есть разные могут быть ситуации. Или очень часто люди покупают себе таунхаусе в каком-нибудь квартирку, да, или в каком-то клубном доме, вроде тут общий бассейн, но если вы не понимаете, с кем у вас будет этот общий бассейн, то вам в этот общий бассейн никогда не захочется нырнуть в принципе, да? И такие базовые вещи, которые начинаются на этапе проектирования поселка. То есть, еще раз, каждый проект должен подходить под место. Как здесь дома расположены друг относительно друга? При проектировании поселка, как и при проектировании отдельного дома, нужно понимать, как человек здесь будет жить, то есть как он будет использовать этот дом, как он будет использовать территорию. И если все это спланировано грамотно, то жить будет легко и приятно. Если неудобно, то вы постоянно будете сталкиваться с тем, что у вас тут зона барбекю, а у соседа здесь совсем другая зона, да, и некомфортно ни вам, ни ему. Вот здесь у нас, поскольку с Сергеем, для которого мы строили этот поселок, мы работаем очень давно, и у него есть отличное понимание, как это все должно выглядеть, и у нас уже за счет опыта сформировалось. Здесь все дома рассажены так, чтобы максимально комфортно было. То есть так же точно, как внутри дома 55 квадратов спроектированы так, чтобы создавалось ощущение при нахождении там, что их там не 55, а там как минимум 85-90. Площадь участка и расположение на нем дома, вот эти вот 4,5 сотки, они максимально эффективно и грамотно распределены, при том, что здесь, как обычно в Сочи, здесь же не прямоугольные участки, а, как говорится, он был там очень-очень сильно
сложно многоугольный. И вот этот многоугольник начинаешь, исходя из вида, исходя из склона, исходя из всего вот этого, нарезать на кусочки так, чтобы всем было хорошо. Это если люди, которые проектируют и строят поселок, понимают, что делать. Если нет, нет, все, вот тогда потом огромное количество проблем вас ждет. Сами проекты домов, они должны предусматривать некоторое дальнейшее развитие жизни, да, то есть это не просто замороженная какая-то статичная картинка, да, которую вот отдали людям, а дальше пусть что хотят, то и делают. Здесь нужно оставлять для тех людей, которые переедут, возможность так или иначе, ну, развиваться, да, развивать свой дом, развивать свой двор. И это все должно быть предусмотрено в первоначальном проекте, как возможность. Для того, чтобы вот эти вот шаги по развитию, они не превращались: у нас тут все классно, красиво, да, а потом мы взяли, там, бахнули какой-нибудь навес из поликарбоната, который испортил всю визуальную составляющую не только здесь, но и во всем поселке. Я сейчас о чем говорю, чтобы было понятно. Например, вот у проекта есть проект, где терраса в базовом исполнении, то есть она по границе передней дома заканчивается и больше как балкон работает. А есть дома, где те, кто купил, уже расширили эту террасу, да, и эта возможность была предусмотрена, и это смотрится органично и абсолютно никак не нарушает стилистику, наоборот, ее дополняет. Вот за моей спиной сейчас как раз такой пример. Чем я еще люблю вот снимать такие обзоры в наших поселочках, да, потому что, ну, всегда есть свобода такая определенная, да, опять-таки заданная архитектурой дома, да, и поселка, и предполагающая, ну, как бы развитие проекта в том или ином направлении, да, то есть в данном случае, о чем я говорю, вот у нас у этого дома вот такая вот простая в три ступеньки входная группа, здесь сделано по-другому, здесь вот дом повыше, сделали лестницу, сделали заход, вот. И там, например, на том доме терраса сделана с ограждениями, вот. А сейчас мы зайдем, покажу, как она выглядит без ограждений. А вот здесь вот у нас получается эта терраса, терраса вот того дома, она без ограждений, ну, просто потому что в этом тоже есть свои плюсы. Можно в любом месте террасы просто взять, сесть и сидеть. У нас там лес, и, ну, как бы зачем? Зачем эти перила? Без них тоже есть определенный, как это называется, шарм, да, у террасы. Плюс в том, что ну, при необходимости эта терраса может быть еще увеличена. Да? Может быть добавлен бассейн, и она может обходить бассейн. То есть, и, как я рассказывал уже неоднократно, все это продумывается на этапе проектирования, на этапе проекта и на этапе, ну, еще на этапе формирования концепции поселка. Все начинается с проектирования, при строительстве реализуется. Должны быть учтены огромное количество вещей, такие как, вот, как водоотведение, вот этот вот лоточек, для того, чтобы потом люди не думали, а куда им девать ту воду, которая льется с крыши, да? Там септики, все остальное. Уже на этапе подбора участка для поселка нужно понимать, откуда будет электричество, будет, не будет газ, как это все будет отапливаться, будут ли мощности по электричеству, откуда будет вода, если не будет, где ее бурить и как, а точно она тут есть, куда и как будет отводиться канализация, ну, то есть в 99% случаев это септики, вот куда и как эти септики будут отводиться, потому что септик поставить — это меньшая часть. Поставить-то поставили, а куда с него стоки? Вот куда они должны идти и как? Чтобы про них никто не знал, чтобы это не было никакой проблемой. Это все продумывается. Нужно понимать и знать, как и на чем люди смогут сюда добираться. Нужно понимать, получится и как это сделать, как провести интернет, как обеспечить связь, потому что это, ну, очень важный вопрос, и огромное количество домов не продавалось, ну, у многих, да, просто потому что люди приходят, им нужен интернет, потому что они работают из дома, и им обязательно нужен интернет. А интернета нет, ну, там как-нибудь сами проведете.
Вот. И чем больше нюансов предусмотрено на старте, еще на этапе подбора земли, тем лучше, быстрее и выгоднее реализуется поселок. Это опять-таки для тех, кто будет смотреть это с позиции застройщика. И тем комфортнее, легче и беспроблемней живется тем, кто в этом поселке купит дома. И тем ликвиднее дальше эти дома, потому что в жизни все меняется. И покупая любую недвижимость, нужно понимать, как она при необходимости будет у вас продаваться. Да? И в хорошо продуманных поселках недвижимость ликвидная, ну, это обычное дело, точно так же, как в хорошем ЖК, да, который пользуется спросом. А почему он пользуется спросом? Положение, коммуникации, качество строительства и так далее, и так далее, и так далее. Огромное количество вопросов. Чем большее количество этих вопросов учтено, тем лучше. И повторюсь, вот, например, здесь это поселок, ну, все равно, как это, сочинский эконом-класс, скажем так, то есть это уже 10 с плюсом миллионов, но тем не менее это эконом. Здесь у нас каркасные дома, они супер качественные, классные. Там, где у нас Адлер-шале, это другой ролик с подробным обзором этого поселка, там у нас дома 55 миллионов. И по сути дела, вопросы, которые решались, абсолютно те же самые, что там, что тут. Это отличает продуманный поселок. Это не значит, что дешевый поселок, значит, что все ни о чем не думаем. Ну, то есть, это значит, конечно, в большинстве сочинских случаев. Но должно быть не так, должно быть по-другому. Просто, например, здесь электричество по воздуху, его никто не закапывал, потому что бюджет реализации этого не позволяет. Там, например, у нас, ну, все коммуникации полностью убраны под землю. Вот, здесь бы это тоже было круто, но тогда здесь были бы дома другого бюджета, а здесь опять-таки возвращаемся к чему? На старте нужно понимать свою целевую аудиторию, для кого и что мы строим, ну и, соответственно, где и что вы себе покупаете, кто будут вашими соседями. Если честно, вот я говорю, для меня это вроде как вещи настолько очевидные, ну, о том, что нужно продумывать все заранее, о том, что нужно понимать, что для кого строится, вот, что я, ну, вот сколько плотно я работаю в Сочи, уже 5-й год пошел, я прям удивляюсь, почему такие простые вещи не понимает огромное число застройщиков, которые со старта начинают экономить на том, на чем экономить не нужно, и зачастую тратят деньги лишние там, где тратить их бессмысленно. Вот это все происходит, на мой взгляд, от непонимания того, как это должно быть сделано, да, какие факторы и для чего важны, потому что люди зачастую строят поселки с домами, ну, которые они не знают, кому будут продавать. Они строят дома, которые нравятся им, а дома должны нравиться ну, тем, кто будет жить в этом поселке, тем, кто будет их покупать. Но это как бы, видимо, сложно, потому что для этого нужно подумать чуть-чуть вперед и понимать, кому и что ты продаешь. Ну, вот, не знаю, как-то так. Стараемся, улучшаем Сочи. Вот если вам нужно построить коттеджный поселок, вы знаете, к кому обратиться.